Рекс. И невеста его Гера. Там какой-то жених. Пускаем. Все, вот я говорю, все, что было с мамой Геры, тоже пошла облизывать потом Дакара. Ой, ты ж только что облизывала его. Ты лучше прогони вот этого вот, ой-ой-ой, который. О, прогнала, как поняла слова. Ты смотри, какой у тебя красавец, а ты обращаешь внимание. Прогони его. Рэк, ты собака. Что-то на нее внимания не обращаешь на него. Ты гуляй, гуляй, гуляй. Ну, пошел, пошел гнать. А он просто боится, что пока он попадет гнать. Красавцы. Такие яркие собаки. Яркие и крепкие. Вот мне нравятся в обеих собаках, что они яркие и крепкие. Характер, конечно, у Геры. Ну, копия мама. Нельзя ходить. Она уже нет, она же походила, ей можно. А уже и пока. А, ну тем более. Она тоже полненькая. Да, она немножко полная, но ничего страшного. Для щенков это как раз да, надо. Да, как раз я ей форму набивал для этого. Для щенков? Ну, а ее же сейчас будут они... Ну да, высасывать все. Да. Я ее очень обильно кормил. Да, мяско нужно обязательно давать. Мясом в основном. И что, и нам тоже можно мяско, Люда? Но вы ж не приучены к мяску. Вы смотрите, он есть... Он очень любит мясо. Ну нормально, у него стул нормальный после мяса? Ну, когда как. Ну, можно, конечно, только следить за стулом надо. Она обожает мясо, я ей даю. А вы сырое даете? Сырое даете. Просто... Говядину. Ну, говядину. Не, я отвариваю. Я ему раньше давала сырое, но что-то у нас как-то не очень хорошо. Она еще качу готовлю. Да и туда. Так, пометить мои вещи не надо. Какие беру? Свой набор. Только курицу сейчас не бери. Курицу сейчас не бери. Сейчас нет? Нет, не надо. А с чего же? Бери какие-то обрезки говяжьи. Говяжьи все. Да, курица гормональная. Мне просто удобно, у меня еще двое животных. Котик у меня тоже любит курочку. И у меня еще речик маленький, собака. И он тоже мясо любит курочку. Мордочку ему лижет? Скажи, мордочку ему лежу? Да. Уже не познакомились. Надо будет делать контрольную.